Курбан Омаров, бывший муж Ксении Бородиной, показал снимок Ксении Собчак в купальнике цвета украинского флага. Он был возмущен тем, что Ивана Урганта и Ксению Собчак назвали патриотами своей страны, и он поспешил возразить. И возразил он вот таким образом. Они высокомерно смеются над верой и чувствами людей, а при первом же хлопке стартанули на отдых. Какие же они патриоты? Задается вопросом Курбан Омаров. Если на Ксении Собчак купальник цвета украинского флага. Вот так-то. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии.